Почему все ненавидят близнецов? 5 веских причин. Каждый человек уникален, это факт. Но есть определенные черты, которые объединяют представителей разных знаков зодиака. Сегодня поговорим о близнецах и самых неприятных качествах, присущих этому знаку. Близнецы – воздушный знак. Как правило, эти люди обладают развитым интеллектом. Обаятельны и часто бывают душой компании. А еще они терпеть не могут никакой ответственности. Берутся за несколько дел одновременно и часто ни одно из них не доводит до конца. Двуличность. Сам символ этого знака представлен двумя персонами. Да, близнецы часто бывают двуличными. Особенно болезненна их другая, темная сторона воспринимается потому, что сначала близнецы заманивают тебя в сети дружбы или даже любви своим обаянием. Ты уже считаешь себя самым важным человеком в их жизни, но в один момент, раз. И твой лучший друг-близнец уже распускает о тебе грязные сплетни и небылицы. Любят распускать сплетни и сами верят любой ерунде. Да, часто причиной конфликтов в отношениях с близнецами становится их склонность любую чушь воспринимать на веру. Если он услышал о тебе что-то плохое, назад дороги нет, он поверил в это и переубедить его почти невозможно. 5 минут назад вы могли быть лучшими друзьями или страстными любовниками, а вот уже заклятые враги. Кроме того, твой малейший проступок, если он будет неверно истолкован близнецами, также сделает тебя в его глазах врагом. И проблема в том, что у близнецов обычно много обожающих их. До поры до времени. Друзей, которых он мгновенно настроит против тебя. Мгновенная смена настроения. Эмоциональный фон близнецов нестабилен, как погода в марте. То он в чудесном расположении духа, то через минуту что-то расстроило или вывело его из себя настолько, что вокруг буквально сгущаются тучи. И эта смена настроений влияет на личную жизнь близнецов. Мимолетные романы, параллельные отношения – это все о них, родимых. Разумеется, партнеры о наличии еще вереницы других в его актуальном списке не имеют ни малейшего представления. Если близнец решил развестись, он не будет даже дожидаться официального завершения процесса. Он просто заведет новые отношения еще до объявления партнеру о расставании. Удар по самооценке. Близнецы отлично разбираются в людях, они видят их слабые и сильные места. И как за 5 минут они способны влюбить в себя. Так же быстро и больно они бьют по самому больному, если решили оскорбиться. Обиженный или разъяренный близнец наверняка нанесет тебе очень, очень болезненный удар по самооценке. Неорганизованность и ненадежность. Близнецы очень импульсивны, они жить не могут без перемен и постоянной смены картинки. Это весело, когда вы вместе путешествуете. Но в работе и постоянных близких отношениях – это настоящий ад. 100 проектов, которыми он зажигается одновременно и сильно, и также быстро теряет к ним интерес. Довести начатое дело до конца – серьезный квест для близнецов. Как правило, он предпочитает просто тихо слиться и сделать вид, что его здесь не стояло. Объективности ради скажем, что если близнецы сделают над собой усилия и разовьют хоть немного эмпатии, став более сострадательными к своим близким, с ними даже можно уживаться на одной территории. Согласны?